Азалия Хусаинова и Кирилл Елисеев впервые на выставке букварей. Школьники утверждают, что это хороший опыт, который знакомит их с историей других государств. Мне очень поразило столько много букварей. Они тут все разные, на разных народов, на разных языках. И вот, например, вот букварь Болгарии. Тут буквы такие же, но слова другие, там они отличаются. И я не представляю, как это все придумывать. Я хочу сказать большое спасибо, что это, ну, что вы придумали такое, и мне очень понравилось. Все книги – экземпляры коллекции Азата Акбарова. Всего выставлено 52 букваря. Здесь учебники из Чехии, Турции, Северной Америки. А началась коллекция с известного советского издания. Первая идея возникла от того, что я загорелся желанием большим найти букварь, по которому сам учился. Это букварь СССР. Самое хорошее то, что эта коллекция работает на детей. Это не первое мероприятие, инициатором которого является Азат Акбаров. Коллекционер активно сотрудничает с образовательными учреждениями, устраивает выставки, классные часы и экскурсии. Не раз организовывал нам и разные экскурсии. Кстати, вот на подобной выставке мы тоже были дважды. И хочу дополнить, что выставка пополнилась, стала более интересной. И все комментарии, которые вот дает Азат Имамович, они ребятам и полезны. То есть несут в себе очень хороший воспитательный потенциал. Ребята довольны. В ближайшее время планируется расширение коллекции. Ожидается поступление новых экземпляров, которые сразу же попадут на выставочные стеллажи.